На Новый год сослуживцы подарили ему красную шапку. Праздничный атрибут вписался в образ мужчины. Отсюда и позывной – Санта. 2 недели назад мобилизованный из Алтайского края приехал в Звенигород на реабилитацию. Ранение осколочное было. Артерию задело на ноге. Да, делали операцию, и вот сейчас бурденка сделали и отправили сюда, в санаторий. Образ без бороды был бы неполным. У алтайского Санты она есть, хоть и не такая длинная, как у зимнего волшебника. Но ухода все равно требует. Тем более скоро приедет супруга. Нужно подготовиться. Спрашивал, бороду могут подстричь? Говорят, нет. Ну, под машинку, да, можем, конечно, убрать и все. И вот как-то говорили, что кто-то приехать должны. То есть, что, ну, я ждал, ему приедут, кто-то подстригет, какой-то хороший барбер. Проекту «Сильные духом» уже 2 года. Его цель – поддержать бойцов, которые проходят реабилитацию. Поэтому все больше предпринимателей становятся его участниками. Павел Миллер говорит, это своеобразный симбиоз гражданского долга и зова сердца. Так воспитаны мы, наверное, что ну, не уходим там от чужой беды, но и вообще от ситуации, которая в стране сейчас происходит. Мы надеемся, что заразятся идеей другие наши предприниматели, вот, главные помощники, которые наводят красоту во всем нашем Одинцовском городском округе. И я могу уже с гордостью объявить, что один из салонов красоты Одинцовского городского округа тоже уже захотел принять участие. Всего за один день парикмахер сделал красивыми 37 участников СВО. В планах через неделю акцию повторить, но сделать ее более масштабной, а после организовать спортивный турнир. Не только забавы ради, это тоже один из способов реабилитации. Карина Гиряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».